Dell Vostro V13 – это необычный лэптоп для бизнес-использования. Модель сразу привлекает внимание благодаря оригинальному форм-фактору и сниженному весу. Подобные решения нередко выбирают в качестве второго ноутбука для применения в командировках. Проверим, сможет ли Dell Vostro V13 выступать в роли основного компьютера для пользователя, который часто путешествует. Данная модель комплектуется стандартным набором неотъемлемых компонентов. В компактной коробке пользователь найдет сам ноутбук, зарядное устройство, документацию и диски с программным обеспечением. Оригинальной фишкой Dell Vostro V13 является несъемный аккумулятор, что встречается крайне редко. Модель поставляется с операционной системой Linux и не имеет собственного оптического привода. Но с помощью внешнего привода или флеш-накопителя пользователь сможет легко установить любую ОС по своему выбору. Разрабатывая этот ноутбук, производитель сделал основной акцент на его массогабаритных параметрах. Модель легкая, всего 1,59 кг, с учетом встроенного 6-элементного аккумулятора. Толщина корпуса составляет всего 19,7 мм, что позволяет носить компьютер даже в сумке с документами. Для обеспечения высокой прочности корпуса использовался алюминий, а петли, удерживающие дисплей, выполнены из цинка. Внутренние поверхности ноутбука пластиковые, а грани корпуса имеют изогнутую форму, что визуально делает конструкцию более легкой. Dell Vostro V13 оснащен широкоформатной матрицей с диагональю 13,3 дюйма. Большим плюсом, по нашему мнению, является матовое покрытие экрана, как и использование светодиодной подсветки. В результате яркость изображения достаточно высокая, а на экране не появляются блики даже при интенсивном окружающем освещении. Разрешение дисплея составляет 1366 на 768 пикселей. Ноутбук укомплектован удобной клавиатурой. Между клавишами предусмотрены минимальные зазоры, что снижает вероятность попадания пыли и мусора. Над раскладкой установлено поле с системными светодиодами, хотя на первый взгляд может показаться, что это сенсорные кнопки. Тачпад довольно крупный, слегка углублен в панель корпуса. Матовое сенсорное поле окружено глянцевой рамкой, а управляющие клавиши разделены. Над экраном встроенный микрофон и объектив 1,3 мегапиксельной камеры, а динамики находятся на передней грани корпуса. Dell Vostro V13 работает очень тихо и практически не нагревается, даже во время длительной эксплуатации. Вывод системы охлаждения находится на задней грани корпуса, так что поток теплого воздуха не будет мешать. Ноутбук укомплектован встроенным 6-элементным аккумулятором, который в тесте Battery Eater 2005 Pro показал почти 3,5 часа автономной работы. Учитывая, что компьютер рассчитан скорее на мобильную эксплуатацию, этого результата может оказаться недостаточно. Так как главным преимуществом Dell Vostro V13 является его мобильность, не стоит рассчитывать на высокое быстродействие. Модель оснащена процессором Intel Celeron CULV743 с пониженным энергопотреблением и частотой 1,3 ГГц. Стандартный объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а емкость винчестера 320 ГБ. Данная конфигурация при тестировании в PCMark 05 показала всего 1968 баллов, а в 3DMark 06 – 459 пунктов. В рассмотренной конфигурации ноутбук можно отнести к средней ценовой категории, но есть и более дорогие модификации с процессорами Intel Core 2 Duo SU7300, винчестером на 500 ГБ и предустановленной операционной системой Windows 7. Функциональные возможности ноутбука довольно ограничены, что обусловлено в первую очередь необычным форм-фактором. Он оснащен минимальным набором портов и разъемов, так как удобным местом для их расположения является только задняя грань. Пользователю доступен один интерфейс USB 2.0, совмещенный порт SATA USB 2.0, видеовыход VGA и разъем сетевого адаптера. Там же расположена розетка зарядного устройства и отверстие кенсингтонского замка. На переднюю грань вынесены только аудиовыходы, а в правой части корпуса находится слот формата ExpressCard 34 и гнездо картридера с поддержкой форматов SD, MMC, MS, MS Pro и XD. Беспроводные возможности представлены в полном объеме, как того и ожидаешь от дорожного компьютера. Модель укомплектована модулями Bluetooth версии 2.1 и Wi-Fi стандарта 802.11bg.
Резюмируя, можно сказать, что Dell Vostro V13 – оригинальный ноутбук, в котором основной акцент сделан на компактность и небольшой вес. Данная модель стоит относительно недорого и вполне может использоваться в качестве решения для командировок. Но при этом низкое быстродействие в рассмотренной конфигурации не позволит ему стать основным компьютером для интенсивной работы.